Привет, друзья! С вами снова я, Ливон, и мы продолжаем играть в Brawl Stars. Как вы видите, я набрал много Brawl Pass, но я их не открывал. Кстати, этот экран, но сейчас мы с ним не будем играть. Играть мы будем в следующем видео со второго аккаунта с ним. Ну да ладно. Я прокачал Шелли на 21 ранг. У меня 3 бравлера на 20. На 2 бравлера на 21 ранг и 1 на 20. И не знаю, что сказать. Сезон силовой гонки закончился. Я получил 30 с лишним старпоинтов. Ну да ладно. Это не суть. Я когда играл сегодня 3 раза, выиграл и 3 раза эпическая победа, и в итоге у меня получилось 99. Ну да ладно. Давайте мы откроем весь этот Бравл Пасс. 50 очков силы. Давайте закинем на Эмз. Закинули на Эмз. Потом маленький ящик. Открываем. Ничего не выпало. Потом большой. Открываем. 3 предмета. Очки. Ничего. Потом мега ящик. Открываем. Скрестим пальчики. Без предметов, ну как всегда. Ну, идем дальше. 100 монет. Большой ящик. 3 предмета. Новая звездная сила на Шелли. Я хотел бы нового бравлера. Итак, маленький ящик. Большой. Ничего. 20 гемов. И в итоге у нас 32. Маленький ящик. Ничего. Потом большой. И опять ничего. Ничего не выпало опять. 75 очков силы. Давайте сейчас закинем. Не знаю на кого. Ну, давайте на 8 бит. Закинули. Мега ящик. Надеемся, что что-то хоть выпадет. Открываем. Пожалуйста, 6 предметов. 5 опять. Ну, как всегда, потом маленький. Ничего. Из-за того, что я сверхневезучий, мне ничего не выпадет. Но хоть звездная сила выпала. Это тоже радует. Ну, да ладно. Ну, не знаю, что делать. Давайте прокачаем 8 бит. Вот, качнули на 6-ю силу. Не знаю, во что сыграть. Давайте за Биби и в Бравл Бол. Игра начинается. Наверное, еще катку в шоу-даун сыграем со второго аккаунта. И все. Пьем мячик. Ходим, толкаем. И получилось. Так. Ничего не выходит, как всегда. Потом Франк убивает. И гол мы забиваем. Идем дальше. У нас шкала в хоумбрана полностью заряжена. Отталкиваем мяч, чтобы они быстро не взяли. Ну да ладно, идем дальше. У нас хоумран накопился. И мы ничего не смогли сделать. Ну, как всегда. Убили. Идем дальше. Хоп. Хоп. У нас хоумран. Ну, к чему нам это было? Ну, да ладно, продолжаем. Ран продолжается.
Куда идешь, Бо? Нам нужно... Нет, не делай. Ненавижу таких нубов, которые забивают нам голы. Ну да, таких дебилов никто не любит. Игра продолжается. Идем. Ничего не происходит. У меня голос немножко плохой, потому что немножко приболел. Итак, игра продолжается. Там тик без головы. Нет. Идем дальше. Нас Хоуман. И мы 1-0 выигрываем. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Игра закончилась. Мы выиграли. И что это нам принесло? Ну, понятно, ничего. Только 8 кубков. Ну да ладно, давайте сыграем одну катку со второго аккаунта. Игра начинается, скоро начнется. Вот. Выбираем одиночное столкновение. Давайте сыграем за пульта. Игра начинается. Вот, игра началась. Идем дальше. Вот. Здесь Эль Прима. Я хотел Эль Прима качнуть на 20-й ранг. На 500 купчей. Но не получилось сегодня. Мы с Тиграном играли. Но мы сейчас заняли 10-е место. Минус 2. Давайте еще один раз займем 1-е место и перейдем на наш основной аккаунт. Идем. Вот. Открываем. Открыли. Вот, получаю Эль Прима. Зажимаем Эль Прима. Зажали, убили. Убиваем кольца. Пилим. Идем дальше. У меня окно открыто. Возможно, послушаются звуки. Ну да ладно, идем дальше. Надеемся, что все будет хорошо. Тишели. Еще в упор не подходить. Мы ее убили. Здесь у нас коробочка. Открываем. Открыли. Осталось 3 игрока. Считая нас. Открыли еще одну. И мы остались 1-1 с Барли. Ну, наверное. Потом... Ну да ладно, он умер в тумане, и мы заняли 1-е место. Плюс 10 кубков, 88 жетонов. И переходим на наш основной аккаунт. Вот. Не знаю, что сделать. Напишите в комментариях, купить большой ящик или копить гемы. Наверное, нет. Давайте накопим гемы на Бравл Пасс. Вот, покажу. Нам нужно... Что это происходит? Нам нужно 169, а у меня 32. Ну да.
Хотелось бы получить бесплатные гемы. Ну да ладно. Нет, нечего поделать. Давайте одну катку сейчас за студентку Энскрэм в Равлбол. И на этом наше видео будет заканчиваться. С нами играет 8 бит и Пенни. Против нас Пенни, Тик и Шелли. Команда неплохая. Ну, смотри. Идем дальше. Замедляем Шелли и убиваем. Пасуй. Нет. Почему голова Тика такая имбовая? Кто не поймет. Наверное, голова Тика лучше, чем Тик сам. Ну да ладно, продолжаем. Били. Идем дальше. Надеюсь, получится. Нет. Оттолкнули мяч. Стоим у турели, 8 бит. Пенни нас убила. Ну, как всегда. Ну, что я говорю, как всегда, сам не знаю. Ну, да ладно, идем дальше. С нами играет Влада 4, что ли? Вот. Давайте, мы должны забить. И ничегошеньки не получилось. Счет 0-0. Не в чью пользу. Идем дальше. Где Шелли с ультой. И я умер. А Пенни нет. Пенни тоже умерла. А 8 бит нет. Ну да ладно, давайте. Нет. Нам забили кол. Осталось 15 секунд. Ну что ты? Получайте. Мы проиграли уже. Бой окончен. Поражение. Удачи в следующий раз. Ну да ладно. Сейчас игра закончилась. Мы выиграли. Мы выбили звездную силу контузия. Это круто. Ну, а на этом наше видео идет к концу. Всем удачи и всем пока!